Всем привет! Приобрела триопротектин в магазине «Шиншилка». Значит, этот препарат применяют для лечения собак и кошек при гепатите различной онтологии, при холецистите, миокардите, кардиомиопатии, при ишемических болезнях сердца, при аритмии, а также в постоперационный период. В инструкции есть дозировка для каждого животного в зависимости от его веса. Препарат отечественный. В упаковке 20 таблеток. Спасибо вам за внимание и крепкого здоровья!